Командующий сухопутными войсками Таиланда объявил о военном перевороте. В телеобращении к народу он заявил, цитата, «Вооруженные силы страны с добрыми намерениями принимают на себя функции правительства. Наша цель – обеспечить мир и спокойствие в Таиланде». Конец цитаты. За несколько минут до сообщения по приказу генерала силовики окружили здание, где шли переговоры военных с конкурирующими политическими силами. Лидера оппозиции схватили и вывели из зала. Взяв в руки власть, военные приступили к зачистке Бангкока от демонстрантов. В некоторых районах столицы слышны выстрелы. Вещание всех 14 телеканалов страны прекращено. Напомню, 20 мая армия Таиланда ввела военное положение в стране. Это стало ответной реакцией на длительный политический кризис между правительством и оппозицией. Его жертвами за последний месяц стали уже 28 человек.